Мы на месте. Мы приветствуем Валерию, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. У нее слова идут от нее, душа наружу просится. Она готова, да, доверит. Хорошо, я даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Валерии под ногами. 360 градусов вокруг нее. Два, три. Сканер сканирует все 7 тонких тел Валерии. Находит все. У нее все тонкие тела. Да. Выглядят как губка. В точечках, в таких пупырышках, каких-то шариках. Сколько у нас каналов? Сейчас, подожди, у нас есть... Арахноид сверху. Арахноид. И есть спрут. Спрут. Хорошо. Как пористый шоколад, она вот так выглядит. Еще есть каналы? Сейчас, подожди, это мешает оно все, не могу понять, чье это, что-то яд. Хорошо, я даю команду сканеру. На счет три сканер сканирует сейчас Валерию и выводит эти черные точки, которые пористые точки. Все это выводится и формируется в шар. Один, два, три. Сканер начинает работать. Пошел процесс. Он только он не черный, а так он больше как воздух или вода. Любого цвета выходит. Серьезное подозрение на спрута. Да, очень на него похоже. Так, спрут. Ну, вышла сейчас в круг рядом со спрутом. Сейчас подожди, сканирует дальше. Есть хамелеон. Ах, вот как. Где он? Клетки. Хамелеон. Хорошо. Демон и инкуб. Какой демон? 14. 14-й демон и инкуб. Какая веселая компания. Значит, чья вот эта энергия, которая сейчас вышла? Спрута. Спрут, а что это ты себе позволяешь своими этими энергиями, а? Он по-другому дышать не может, ему нужна атмосфера. Ты отравлял его этими энергиями, мы видели много спрутов. Но вот эти вот пористость, вот этот, я не знаю, спрут, что с тобой сегодня сделать. Если я установлю в процессе чистки, что ты нанес серьезный вред этой душе, ты будешь наказан за это. Итак, у нас демон 14-герцовый. Сколько ты находился в биополе, Валерия? 7 лет. 7 лет. Инкуб, сколько ты находился? 3 года. Хамелеон, сколько ты находился в этом биополе? 14. 14 лет. Это он в сердечной чакре там сидит, да? Он сидит, да. Хорошо. Спрут, сколько ты находился в этом биополе со своим ядом? 5 лет. Хорошо. Этот шар вышел, да? Да, рядом с спрутом. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 2 года. 2 года. Кто из вас присутствует еще в квартире? Валерии? На настоящий момент? Никто из них. Хорошо, отлично. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопрос. И я даю команду тонкой копии Валерии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Демон, твое присутствие 7 лет, это как объяснить? На что ты зашел? Как мне это себе представить? У тебя контракт есть? У тебя договор есть? А зачем мне договор? Мы и так хорошо ладим с ним. Ну так объясни мне, на какую частоту ты зашел? На какой частоте вы нашли друг друга? Зашел на одну частоту, подключил другие. Сперва это были эмоции. А что именно из эмоций? Их много. Он показывает, во-первых, хамелеона. Да. И вела она себя иногда как хамелеон. Подстраивалась, да? Да, там, где ей нужно. Ну да, это, в принципе, твоя иногда частота. Иногда в ущерб себе, иногда в свою пользу. Да, это твоя частота. А еще что? Ну, в основном он показывает много. Все, что выходит вот из того, что можно пользу для себя сделать. Все понятно. Хорошо, благодарю тебя за эту информацию. Демон, скажи мне, у тебя лярвы есть там в биополе? Посмотри. Лярвы есть. Хорошо. Ты хочешь, чтобы я тебе их отдал после чистки? Да, он хочет, он показывает просто, где они.
Понятно, хорошо. И еще там будет эмоциональный фантом. Могу тоже отдать, если тебе интересно. Эмоции. Интересно. Хорошо, значит, ты это все утягощал, все, что есть, и становилось еще все более суровым. А где лярва находится, скажи-ка, Вера? Голосовая чакра у нее, лярва. Демон, так что там, слова такие идут какие-то? Нет, он показывает, что она что-то доказывает кому-то. Ах, да, понятно, доказывает. Должна быть она права всегда. Понятно, хорошо, да, мы уже видели последний... 5 лет назад он алкоголь подключил. Потихоньку, постепенно. Так это получается с тобой тогда она не может остановиться пить, когда она в тупик заходит, в какой-то ступор, да? Ты помогаешь там, наливаешь, вернее. А ступор у нее часто. Понятно. Но здесь кроме контроля мысли мы ничего не можем посоветовать. По сути, только работа над собой человека. Демон не заходит. Не доводит до конца. Потому и ступор. А, вот как. Хорошо. С этим разобрались. Как у нас там с реверсом, Вера? Посмотри, пожалуйста. Закончено. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Валерия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Валерия себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Хамелеон, как ты влиял эти 14 лет на нее? Научил ее цвета менять, как я. То прятался, то становился красивым. А вот как. Ну да, в принципе. Что это вы умеете, действительно, да. Арахной, ты на голове сидел, да? Да, на голове у него. На самом верху. Иголки есть? Иголок немного, паутины много. Понятно. Хорошо. Сейчас закончим реверс, начнем все убирать. После этого я проведу проверку и рассинхронизацию. После проверки все, кто пройдут ее, уходят на свою частоту в первый раз. В общем, вот эти пузырьки с прута, от них такой свет души возвращается. Он ее смешал полностью. Просто энергии, энергии души все вместе смешал и всем этим пользовался. И спрут хочет нам сейчас доказать, что вот это вот все его среда обитания. Ну, плюс подпитывался он. Да, по-моему, ты не сильно... Приятно. Да? Приятный бонус. Хочешь, я познакомлю с моим лазером? Лазер он не любит. Вот как. А она любила твои энергии? Ладно, ждем окончания реверса. У нее, кстати, очень чистая душа. Но из-за интерферентов, вот хамелеон, что то, что рассказывает, она считала, что это удар судьбы. И судьба к ней несправедлива. Немилосердно. Понятно. Хорошо. Реверс закончился. Мы знаем это заблуждение. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, все иголки, все энергии, ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. У него 3 большие иголки, где лоб по краям и затылок равномерно расположены, и очень много паутины. Каша в голове? Полностью лоб вокруг лба, она как ажурно плетена, так очень, как шапкой. Плести он умеет. Хорошо, что ощущал человек на этом уровне, арахноид? Что там было? Не мог до конца он концентрироваться, человек, и доводить свои мысли до конца. Понятно. Иногда просто забывал. А головные боли были? Мигрень? Давление? Больше напряжение. Одно другому не легче. Хорошо. От мыслей напряжение. Да понятно, когда хочешь что-то до конца додумать, и у тебя не получается. Все снял. Хорошо, спрут, выходи, вытаскивай все, что я оставил в этом биополе, все свои присоски, отключайся полностью. Жидкость забирай, не забывай, если есть еще. А он где сидел, Вера? Ты знаешь, он ее за шею держит и передвигается. За шею щупальцем одним затягивает. Вот же ж паразит. Валерия, вы видите это все сейчас? А то есть у нее душа общается.
Душа сейчас общается, не тонкое тело? Нет, и сразу душа, вот она вырваться хотела. От этого всего, да? Да. Ну все, хорошо. Она видит, она это знает, и она пыталась натолкнуть ее на очищение. А, и отлично. Душа. Замечательно, значит, да. Которую спрут смешал с тонкими телами и другими энергиями. Хорошо. Тогда я... все. Хорошо. А у нас там еще жидкость от спрута осталась, да? А вот эти пупырышки, они в клетке. Понятно. Нет ли там среди них родных энергий, Валерий? Я вот подумал. Они вернулись. Все вернулось. Отлично. Да, хорошо. Душа, вот этот цвет вернулся. Хорошо. Хамелеон, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, ничего не забывай. Приступай. У него пластина. В сердце. И вот сердечная чакра, она, вот он ощущение чувствов показывает, как скребла, когда говорят, скребет на душе. Ну вот да. Такие ощущения она испытывала, когда он уходил в серый цвет. Кошмар. Да, и когда ярко светил тоже, скребло на душе у нее. Угу. Какую-то неправильность она чувствовала от него всегда. Внутри объяснить не могла. Да. Снял он плату свою. Хорошо. Давай, инкуб, выходи. Снимай все, что ты оставил в биополе. Ничего не забывай. Приступай и возвращайся в клетку. Он ей рассказывал, какая она красивая. А брал что за это? А инкуб? Энергию сладкую. Сладкую энергию, понятно. Как она себя чувствовала после того, как ты этой энергии наберешься? Использованной. Все снял. Хорошо. Инкуб, у меня еще один вопрос тебе. Не по этой чистке. Мы вчера встретили одного инкуба-суккуба. То есть он может быть и тем, и тем. Такое действительно бывает или мне показалось? Когда надо инкуб, когда надо суккуб? Это мысль-форма, которую мы можем представлять. А. И энергия. То есть для тебя никаких проблем? То, что нам нужно, это сексуальная энергия. Понятно. То есть ты будешь... Ты можешь практически, если захочешь, и стать и суккубом, правильно? У нас есть какой-то приоритет, но это не трудно. Я понял. Хорошо. Подстроиться под сладкие энергии. Угу. Хорошо. Все, больше вопросов нет. И хорошо, демон, давай, выходи, вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. И прямо на месте доложи мне все, что ты все снял. Я полагаю, в ногах висел, да? Качельки там или что у него? Что это я висел, сидел. Сидел. Но там стол говорит... он мне здесь для долгих загулов. Ты там наливал ей это все, да? А как ты делаешь? Бездонное это? Делала. Не могла насытиться. А как ты это переключал ее? Вот она ничего не хотела, не хотела, а потом как? Ты дергаешь за веревочку и посылаешь ей эту мыслеформу? Или как это? И сильное желание, что надо выпить, и все будет легче? Или как это мне представить? Нет, это реакция на определенное время или событие. А, это еще от времени зависит? Или какое-то событие случилось? И тогда это как толчок, да? А как же вторая половина дня? Угу. 3 часа. Реакция запущена. Или же определенное событие. Жалость к себе, например. Реакция запущена. Сосуд внутри нее бездонный. А как он таким стал, этот сосуд? С моей помощью. А без тебя она хотела бы выпить алкоголь, как ты думаешь? Выпить алкоголь не проблема. Что я делаю? Усугубляю, делаю сосуд бездонным. А желание бесконечным. Ну, понятно. Конец, конечно, приходит всему. Но за это время я получаю бездонное количество удовольствий. Потому что в этом состоянии много разных эмоций и бесконтрольных энергий. О, да. Самые большие ошибки случаются именно при употреблении алкоголя. Это верно. Самые простые эмоции – это слезы и жалость к себе. Хорошо услышите эти слова, Валерия. Слезы и жалость к себе. Как только вы это начинаете... Это простые эмоции. Да.
А это есть еще радость нескончаемая. Араш. Много чего можно сделать в этом состоянии. И даже бесконечную радость, ты хотел сказать, которую невозможно успокоиться, истерическую радость или как? Это раш. Ну, раш, я представляю себе, что это такое, когда вошел в раш, в это состояние. И тебе не может... нужно куда-то идти, бежать, встречаться. А это новые эмоции, как я уже сказал. Да. И энергии, сплоченные с другими, такими же. Я говорю, в общем, описывая ситуации бездонного сосуда. Все понял. За эту информацию тоже благодарен. Хорошо. Он вынес этот сосуд бездонный. Хорошо. Я разрешаю ему забрать все лярвы, которые находятся в биополе. Он ценную информацию дает. Предупрежден, вооружен. Просто гасить надо в себе такие эмоции сразу, как они возникают, и понимать их, откуда они пришли. И все. Ну и силу воли, конечно, тоже надо иметь. Он все снял. Так, давайте сразу решим вопрос с эмоциональным фантомом. И выходит эмоциональный фантом. Валерий 1, 2, 3 и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Она есть сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. У нее вышел большой шар, там много нервозности. Вы готовы расстаться с этими энергиями, Валерия? Да, готова. Хорошо, демона забираешь? Забирает он, да. Отправляю демону, хорошо. Все, буду отпускать. Значит, тогда подожди, отпускать. Мы еще не ведут. Отпускать. Все только вытащили все. Я даю команду на рассинхронизацию Валерии с до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Все убрали, значит, все чисто. Буду отпускать. Демон готов уходить? Да, готов. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. И инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, хамелеон готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте хамелеона 1, 2, 3. Хамелеон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, спрут. Я тебя хотел наказать сегодня, но не буду первый раз этого делать. Ты перешел границы, ты должен все-таки понимать, что ты делаешь. Если тебя... Она накажет его. Что? Она накажет его. Как? Сейчас хочешь наказать или что? Она поставит свою печать на нем. Ах, вот как. Хорошо. Надо ей что-то, команду дать или что? Она как луч пускает к нему. Вот как. Отлично. Хорошо. На Лерианка. Лерианка. Это энергии, которые он... Воровал? Он дамейдж, как сказать их, повредил. Ах, вот как. И я... она ему ставит печать. Отлично. Созвездие Лира. Ну что, допрыгался ты, спрут. Под его энергией, там, где его клетка, открывается портал в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, она закончила? Она его пометила, да, чтобы его все знали. Все, спрут, твоя песня спета. Готов уходить? Что он напал на представителя созвездия Лиры. Ну что ж, заслужил. Готов выходить. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. И спрут забирает все, что с собой принес, а ничего не осталось, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Все. Очень клетка... огорченный он ушел, ему прятаться придется.
Правильно. И забегать. Ну что ж, метод мне понравился. Хотя мы только имеем право применять ее в своем биопуле. Ладно, хорошо. Поехали дальше. Клетка пустая, Вера, посмотри, пожалуйста. Клетка пустая, она говорит, что мне нужно было это сделать, чтобы он не смог подойти к другим представителям. Я не возражаю. Моей цивилизации. Я ни в коем мере не возражаю, Валерия. Я наоборот за это, чтобы каждый получал свою цену за то, что он сделал. А сделал он вам немало, судя по этому яду, который находился в вашем биополе, перемешав все энергии. Я ни в коей мере вас не осуждаю, вы все правильно сделали. Хорошо, мы поехали дальше. Переходим на чистоту магическое воздействие. Хорошо, Валерия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я должна поблагодарить вас за это освобождение души. Чувствую я себя прекрасно, зная, кто я, и освободив себя, моя жизнь изменится в лучшую сторону. Безусловно. Хорошо, у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату диагностики прийти куратора или учителя Валерии. Сейчас, секунду, она еще говорит, что всю жизнь в ее имени была подсказка, откуда она. Вибрация очень схожа. Валерия из созвездия Лира. Верно. А мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Валерии. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Оскар, приветствую вас. Приветствуем. Оскар, вы куратор? Или учитель? Я куратор. Хорошо. Мы приветствуем представителя созвездия Лир в нашей комнате диагностики. Очень рады вас здесь видеть. Уже вторая душа с Лир. До нас дошли энергии. Замечательно. Уважаемый Оскар, у нас 10 вопросов. Еще и вступительное слово от Валерии. Мы сегодня ее почистили, все убрали. И она готова задать вам эти 10 вопросов, которые у нее, так сказать, возникли. Будете ли вы так любезны, уважаемый Оскар, ответить на эти вопросы? Ну, секунду. Я хочу продолжить. До нас дошли энергии вашего места. И я благодарю, что уровень места, где мы встречаемся, подходящий для наших душ. Замечательно. Мы сами об этом буквально недавно узнали. Мы поднялись в этом уровне. Видимо, что-то делаем мы правильно. Это благодарю наша... вас. Энергии дошли до нас. Замечательно. Мы очень рады. Я бы хотел поприветствовать всех и поблагодарить за освобождение Валерии, души с Лиры. Пожалуйста, начинай. Во благо. Итак, вступление. Мне очень приятно встретиться со своим духовным наставником. Я ему очень благодарна за ту работу, которую он со мной проводит, и ценю его поддержку. Понимаю, что со мной очень нелегко было в подростковом возрасте, и за это отдельная благодарность, что не дал скатиться вниз. Надеюсь, что сейчас тебе легче со мной работать. У меня есть 10 вопросов, заранее благодарна за ответы. Это было вступление. Я бы хотел добавить немного. Пожалуйста. По вступлению. Я лишь хочу сказать спасибо тебе. Несомненно, мой вклад какой-то был. Но так как твоя душа сильная, ты сама в большинстве случаев вытягивала себя, принимая правильные решения. Благодарю. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас. Итак, первый вопрос. Ответ мы уже, в принципе, знаем. Откуда моя душа? Ответ вы знаете. Созвездие Лира. Лирианка. Благодарю вас. Второй вопрос. Чем занималась моя душа в прошлой жизни? Перед воплощением на Землю ты готовилась для этого воплощения. Соответственно, находилась на созвездии. Изучая жизнь на Земле. Изучая защиты. Изучая поведение людей из нашего архива. А также чувства, эмоции. И все, что с этим связано. Соответственно, у тебя есть определенная цель посещения Земли. А также у Земли есть определенная цель иметь души других созвездий на Земле именно в это время. Благодарю. Благодарю вас.
Если вы закончили, я могу переходить к третьему вопросу. Да, я ответил на вопрос. Переходите, пожалуйста, дальше. На каком уровне развития находится моя душа? Переходит с 11 на 12 уровень. Высшее я 11. Должно перейти. Должно перейти, конечно, там надо еще поработать. Соответственно, с твоей жизнью на Земле. На сегодняшний день это 11 уровень. Благодарю вас. Вы закончили? Да. Четвертый вопрос. Как мне развивать и укреплять контакт со своим куратором, чтобы слышать его подсказки? Чтобы слышать мои подсказки, нужно развивать в себе яснослышание, а также душа, тело и ум должны работать в одном целом, понимании общего организма. Душа не может принимать знаки и сообщения, если ум засорен. Поэтому все три компонента должны работать вместе. Яснослышание открывается постепенно. Крупица за крупицей. А раз пришла информация, ты находишься в этой комнате, значит, яснослышание сработало. И что-то ты услышала и поддалась порыву души, освободив ее. Тебе нужно настроиться на волну в созвездии Лиры, активировать свой внутренний стержень, представляя его и живя в этом состоянии. Знания, которые ты набирала на протяжении твоей жизни, несомненно, помогут тебе. Все, что было получено в виде опыта, должно расцвести сейчас и дать тебе определенный путь развития и понимания природы вещей, а именно твоей души и причины посещения Земли. Мне кажется, я отвлекся от задаваемого вопроса. Повторю. Мне было очень интересно. Благодарю вас. Как мне развивать и укреплять контакт со своим куратором, чтобы слышать его подсказки? Я не вижу никаких причин и преград. Я лишь хочу сказать, что связь налажена, и ты прекрасно слышишь меня и слышала всю жизнь. Отлично. Отбросив лишний мусор в твоей голове, ты можешь спокойно принимать мои ответы и информацию, которая идет со звездой Лиры. Единственное, благодарю. Единственное, что можно в этом случае добавить, это вопросы короткие лучше задавать, тогда легче на них отвечать. Мы здесь закончили. Переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Меня с детства интересовала сфера эзотерики. Много разной информации изучала, читала, но до сих пор себя не нашла. У меня самой нет никаких открытых способностей, но мне очень хочется помогать людям, как я еще сама не знаю. Это самообман, иллюзия, или я иду в правильном направлении и не нужно останавливаться? Такой вопрос. Я думаю, здесь не нужен мой ответ. Ты сама знаешь, что ты идешь в правильном направлении. Космические души всегда ищут и находят ответы. Они не могут жить на Земле, не интересуясь информацией, кто они, откуда и для чего. Их постоянно это беспокоит. Как я уже сказала выше, информация, которую ты поглощала всю свою жизнь, дала тебе определенный опыт. А на сегодняшний день, зная, кто ты, информация будет поступать соответственно с настройкой, с настройкой твоей к созвездию Лиры. Ты сегодня применяла свой луч, поставив печать на одном из интерферентов. Этим же лучом ты можешь соединяться с созвездиями Лиры и со мной. В этом вопросе я услышал, недооценивая самой себя. Ты говоришь, что у тебя нету талантов и способностей. Получается, что ты сама не знаешь свои силы. Чтобы помогать людям, нужно развиться и понимать, кто ты, чувствовать свою энергию, находиться в покое и знании. Все твои способности будут открываться, если ты будешь в состоянии покоя и знания. В хаосе ничего не получится получить,
развить и осознать. Вы закончили, Оскар? Да. Я тогда продолжаю дальше. Шестой вопрос. Какую информацию должна я изучать, чтобы реализовать себя в этом воплощении с переходом на осознанный уровень развития? Это всего лишь красивые слова, которые вы применяете на Земле. Переход на осознанный уровень созвития. Развитие происходит прямо сейчас. Информация, которая вокруг тебя, она липнет как магнит к тому, на что ты настраиваешься. Нету такого, чтобы стать просветленным. Твоя осознанность повышается в процессе интереса и изучения, анализа и еще раз анализа, сомнения и продвижения дальше. Почему я это говорю? Любую информацию нужно анализировать. Любой информации нужно давать свое время, нужно давать жить, но не принимать ее близко к себе. Не всему нужно верить и не все нужно принимать. В самой глубине души ты всегда знаешь ответ, правильна эта информация или нет. Иногда человеческая, я бы сказал, особь. Извините, если это слышится некрасиво. Я говорю в общем. Но вы любите прятать что-то в глубине души и забывать об этом. Это беспокоит вас, но вы прячете глубже и глубже. Это загадка для нас, почему вы так делаете. Если вам идет ответ, что это негативно влияет на вашу жизнь, но тем не менее вы закладываете это глубже и глубже, потому что эта информация приносит вам определенное удовольствие, власть или какой-то дополнительный бонус для вашего физического тела. Надеюсь, я изъясняюсь правильно. Абсолютно верно. У нас нет никаких обид по поводу особи. Мы сами друг друга иногда так называем, потому что у нас такое поведение иногда бывает. Это вообще без всяких проблем. А с другой стороны, вы задали вопрос, который для вас загадка, и тем не менее вы ответили правильно на этот вопрос. Абсолютно верно. Так все и есть. Я хочу сказать, что душа всегда подскажет правильно. Душа тоже может заблуждаться, но для этого и существует анализ, скептиз и сомнение. Мы это называем критическое мышление. Правильно, совершенно верно. Спасибо за подсказку правильных слов. Не надо засовывать в глубину души то, что плохо пахнет. Ответы вообще-то лежат у нас внутри, если чувствовать свое сердце, ответы всегда идут. Или тебе неприятно, или тебе просто действительно приятно. Вот это вот, я так вижу. Я не знаю, как у других людей, но... Это мне... на поверхности. Да. Но когда это глубина, глубоко внутри, в глубине, определенная особь не хочет это доставать. Она хочет содержать это внутри, зная, что есть там душок. Вот. Но эта информация, общая. Назовем это информация или знание, дает ей определенный бонус, и тогда она не хочет с этим расстаться, зная изначально, что где-то внутри идет конфликт. Это я хотел сказать, но сказал я это в общем, не о Валерии. Я объяснил, как это работает. Я вижу, в вашем понимании это противоречие просто идет. Да, конфликт. Конфликт, абсолютно верно. И почему мы не хотим этот конфликт закрыть раз и навсегда, останется загадкой, не только, я думаю... Я это говорил к тому, что нужно слушать свою душу и не засовывать далеко конфликт, а сразу же анализировать и идти дальше. Благодарю вас за этот замечательный ответ, уважаемый Оскар. Позволите переходить дальше? Да. Седьмой вопрос. Какие таланты мне стоит развивать? Тебе стоит прислушаться к себе. Любые таланты, за которые ты возьмешься, будут реализованы с твоей внутренней энергией. Связь лирианцев очень крепка. Связь с информацией и между собой телепатическая. Поэтому развивая яснознание, яснослышание и ясновидение, твоя жизнь будет переходить на другой уровень, без которого ты не сможешь жить, как ты
ты жила раньше. Вы закончили? Или я хотели? Закончила. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Вопрос личного характера. Жила в Украине с мужчином-единомышленником. Теперь не понимаю, мне эти отношения сохранять или двигаться дальше и не держать его. Я лишь хочу рассказать больше по этому вопросу, так как я не могу отвечать на вопросы личного характера, которые ведут к принятию решений. Я немножко объясню сам вопрос. Как я уже говорил сегодня про глубину души, я думаю, что ответ лежит именно там. С человеком, как ты сказала, единомышленником, связь будет продолжаться долгое время, пока мысли будут едины. Если связь распалась, и кто-то пошел в одну сторону в мыслях, а кто-то в другую, или же кто-то стал выше, а кто-то остался на своей линии знаний, связь прерывается, или же тот, кто не досягает, должен догнать. Здесь нет ничего плохого или хорошего. Просто на определенном отрезке пути есть люди или единомышленники. В дальнейшем вы можете развиваться вместе или отдельно. Но идти дальше или нет, может подсказать только душа и единомыслие. Как я уже сказал, ум, душа и тело должны быть участвовать вместе в этом процессе развития. Прочитай, пожалуйста, вопрос еще раз. Я повторю вопрос. Вопрос личного характера. Жила в Украине с мужчиной, единомышленником. Теперь не понимаю, мне эти отношения сохранять или двигаться дальше и не держать его. Мне трудно ответить на этот вопрос. Как можно держать? Я не знаю, честно говоря. Держать это, на мой взгляд, против воли, правильно? Человека. Правильно, поэтому мне непонятен этот вопрос. Да, ответ лежит в вопросе. Совершенно верно. Здесь принимают участие две души и плюс единение ума. Если произошел распадок, соответственно, нужно поблагодарить друг друга и продолжать двигаться в сторону развития. И отпустить эту ситуацию, чтобы она не тянула назад. Можем продолжать дальше, Оскар? Да. Девятый вопрос. Почему у меня нет детей и семьи? Потому что твое тело, душа и ум не связаны между собой. Твои вибрации идут вразрез. Ты не можешь притянуть правильного человека. Ты не можешь притянуть душу ребенка, потому что внутри себя ты не сформирована пока для этого. Еще раз говорю про этот тройной баланс, который несет гармонию и определенные вибрации. Лишь сгармонизировав душу, тело и ум, твои вибрации будут настроены на правильную волну, которой притянутся правильные интересы, а с ними и люди. Сгармонизируйся, и многие вопросы отпадут самим собой. Твое знание будет внутри тебя. Это и есть маленькие шаги к осознанности и развитию, которое приводит к другому качеству жизни на Земле. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Оскар. И у нас остался последний, десятый вопрос, заключительный. Меня беспокоит шум в ушах. Все обследования показали, что я здорова, и врачи разводят руками. От него можно избавиться, и что это за шум? Это волны, которые глушат твою энергию, лирианки. Еще раз говорю, сонастройся на свою волну. Если ты слышишь шум в ушах, иногда это чужие энергии, а иногда это твои энергии, получаемые, которые ты можешь регулировать, делать громче, тише. Если ты слышишь, что это чужой шум в ушах, старайся сбросить его как негатив и вывести из своего биополя. Благодарю. Мы показывали сегодня в сеансе, как выдавливать этот шар. Она может вложить туда свои визуализации, выдавить все эти энергии внутренним белым светом и скинуть его в галактическое ядро, на этом заканчивается.
Точно так же этот шум иногда и у меня присутствует, когда я перекачиваюсь энергиями или когда поступают мои родные энергии. Но, как вы и сказали, абсолютно верно, можно мысленно дать команду уменьшить этот звук до минимума, и тогда его действительно перестаешь слышать, если это, конечно, не интерференты. Но мы не будем забывать, у меня 6 интерферентов сидело в биополе. Возможно, арахноид сидел наверху и что-то там ей перекрывал, как и другие. Здесь очень трудно сказать, что это было. Надеемся, после этого сеанса этот шум у нее как-то уйдет, во всяком случае, касательно интерферентов. Уважаемый Оскар, остались заключительные слова. Если мой куратор хочет дать мне еще какие-то советы на будущее, я буду ему очень признательна и благодарна за поддержку. Благодарю за эту встречу всех участвующих в ней. Я сказал самые главные слова про ум, тело и душу, которые должны находиться в гармонии и соединять стержень. С нижней к верхней чакре. Я благодарю всех находящихся в этой комнате за встречу со мной, за чистку души с лиры и за прекрасную атмосферу. Уважаемый Оскар, я прошу вас еще задержаться на секундочку. Вы еще не знаете, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, которые сюда приходят, а здесь были уже очень многие, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми и сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Оскара, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь сегодня, за ответы на эти вопросы и просто за прекрасное время, которое мы сегодня здесь провели, на добрые воспоминания. Великолепный и приятный подарок. Замечательно. Я с удовольствием приму его. Благодарю и вас. Изучу впоследствии. Благодарю вас. Мы закончили. Передавайте привет со звездью Лира. Мы будем рады приветствовать всех, до кого достучатся кураторы. И сделаем свою работу, все, что от нас зависит, для того, чтобы открыть людям эту дверь, в которую они дальше сами пойдут. Я лишь хочу напомнить Валерии, что я на связи. Пусть не забывает о лучах энергии Лиры внутри себя. Благодарю. Благодарю вас. Всего вам наилучшего. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, мы еще встретимся. Я буду рад вас приветствовать в этой комнате диагностики. Если, например, Валерия созреет встретиться с высшим своим «Я», в этом случае мы всегда приглашаем куратора. И тогда мы еще раз увидимся с вами. Всего вам наилучшего. Я думаю, что у нее много информации для проработки. О, да, конечно. Прежде чем она встретится с высшим «Я». Конечно, домашнее задание нужно делать. Благодарю вас, уважаемый Оскар. Очень было приятно с вами общаться. Со своей стороны хотел заметить. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Хорошо, Валерия, мы закончили встречу с вашим куратором. Как вы ее оцените? Получили вы ответы на свои вопросы? Я счастлива. Я получила много ответов. Я получила много информации и знаний за эту встречу. Замечательно. Я благодарю вас. Во благо, это наша работа, мы с удовольствием ее делаем. У вас есть домашнее задание, у вас все получится. И чтобы все эти энергии прекрасные перешли на физический план, вы сейчас чистая, будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Валерии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.